Вот из-под этих кустов ее вытащу. С первого заброса. Есть. Шустрый. Прям вообще вот практически. Ну что, ребята, всем привет. Сегодня осень. Приехали на небольшую речку половить хищника. Сегодня будет немножко другая программа. Ловить буду на кружки. Я думаю, будет сегодня очень интересно. Как раз такая жесткая осенняя погода, такая щучья погода. Сегодня в планах, значит, будет что? Поймать щучку и пожарить ее прямо на обед, прямо здесь на берегу. Вот. Ну и, конечно же, как всегда, любому рыбаку хочется поймать какой-нибудь трофейчик. Так что я думаю, мы что-нибудь сегодня на канал завезем, какого-нибудь контента. В общем, будет интересно. Погнали на рыбалку. Так, ну давай вот к этой. Стоп, назад веслами. Держи, пап, уровень. Сейчас привязываем. Вот так. Так. Раз. И вот здесь еще одну. Я уже даже не помню, как это все работает вообще. Ну-ка посмотрим. О. О. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так вот. О, готово. Стоит. Так, и вторую сейчас мы привяжем. Палку воткнул. Издалека было видно. Так вот, раз, потом вот здесь вот. Опа, стоит. Фу, зато если загорится, красиво будет. Да, гляньте, ребят, флажок горит, размотка есть. Что-то сейчас будет. Как зимой. Жерлица загорелась. Не, нету. Не. Ни покусов, ничего нет. Так, ну что? Первая сработка, ну вернее вторая, первая была, это жерлица, флажок загорелся, ложная.
А вот это прямо к берегу прибомбился. Сейчас посмотрим, что это такое. Кто это тут такой у нас хулиганит? Блин, зацеп. Да. Мертвый. Опа, пошло. Эх, куда зашла? Ты чё, дама? Нету. Ох, нифига себе, какое-то бревно выплюнуло. Смогла освободиться, пап. Да, это поклевка была 100%. Вон, смотри, его разрезало. Вторая холостая. Что? За день такой сегодня. Непонятный. Так, в общем, пока удача не на нашей стороне. Можно ее, конечно, спиннингом отсюда вытравить. Но с другой стороны, расшугаем. Видите, ребят, кружок. Смотрите, что. Ух. Это самый интересный момент, когда у тебя кружок вот так вот колбасит, блин. Что же там? Не-не-не. Да, сидит. Да. Есть. Да. Есть одна. Спасать будешь? Да, придется. Ой, кусака. Вот такая вот щучка. Ну, вот такая она где-то. Ну, не знаю. Киложки нету, конечно. До киложницы такая, но она такая прям вот, смотрите, съедобная. Сейчас мы ее пожарим. Прямо здесь, на берегу. Сейчас прямо здесь почистим ее. Щука быстро чистится. Легко. В отличие от окуня. Его вообще лучше не чистить. Я окуня копчу прям в чешуе. Когда он хорошо прокоптится, то чешуя с кожей с него просто слазит. И остается одно мясо. С икрой. Щучка. Икру в воду. Может, оплодотворит кто. О! Готово. Как раз на двоих. Самое то. Рыбинка. Ух, ребят, сейчас что-то будет. Сейчас будет просто топ. Свежевыловленная щука на природе.
прям на рыбалке. Насыпаем масло прям вот так вот. Да, так вот, не жалея прям. И все. Вся суть разогреть это масло прям до кипятка. Такую ширму применяем на природе. Очень удобная штука. Заказывал на Алиэкспрессе ее. Так в магазинах не нашел. Разогрели масло. Вот так. Ух! В общем, сидим, балдеем, отдыхаем, рыбачим. Вот такая вот щучка, жареная на природе. Классные разливы, классный отдых. Осенний теплый отдых. Вообще кайф. Всем желаю хороших, классных рыбалок. Теплых рыбалок и уловистых рыбалок. Вот. Свежая щучка на природе осенью. Это просто топчик. В общем, сейчас вот камеру в Калипсо посмотрим вот на этого живца, как он под водой себя там ведет. Ух, коряги какие-то. Угу. А выше стоит где? Не видно. Ну, коряги, наверное. Давай вытащим. О, вот он. Не в корягах? Ну, он в... А, он вверх, вверх дном. Живец стоит. Да. Ну, вытащи его. Я сейчас заменю его. И он тут поставим. Капловым работает. Он стоит в коряге вверх дном. Прям в пень врезались. Ага, в стол прям врезался. Пап, все видно. Как не вижу? Он перевернутый. Ура! Так, ладненько, у нас перевернутый кружок. Что-то мы увлеклись. Она не устала, она просто в коряге заехала. И сидит в корягах. А я тут увлекся изучением подводного мира. Откуда подъезд на яичный мир? Идти сюда, давай проверим, что у нас загоняло сейчас. Давай. Да, тут коряги вообще мощные. Блин, она там сидит, конечно. Куда? Эх, о, ребят, походу контент подъехал на канал. Ну-ка, давайте-ка догоним мы его. Такая должна быть хорошая щука. Раз так убегает, смело. Эх ты, вон где.
под лодку ушел. Вот ушел. Вон куда, весла поднимай. Убери, пап, ветер. Вон, давай. Давай. Ой, хороший вообще. Стой! Не уйдешь. А, не туда я руки засунул. Не под эту. Сейчас раздерет мне жабрами своими. Ладно, вот так покажу, ребят. Бу-бу-бу-бум! Контент подъехал на канал. Есть! Фу, ладно, сейчас разберемся у меня тут с руками. Так, ну что, ребят, вы готовы? Что у нас тут? Ноль. Первая четверка, я думаю, 100% будет. Это я так думаю. Ровно. 460. А ну-ка, если убрать, а он вообще ничего не весит. 460. Есть! Бум-бум-бум-бум-бум. Мощная. Такая достойная щука. Ну что, вот все как-то так. Рыбалка очередной раз удалась. Всем трофеев, всем ни хвоста, ни чешуи. Это что касается рыбакам, а всем остальным зрителям моего канала, как обычно, любви, счастья, крепкого здоровья. Всем пока.